Всем-всем большой привет! Хочу показать свои небольшие покупки, которые я совершила в Магнит Косметик и в Фикс Прайсе. В Магнит Косметик было немножко покупок, просто зная, что 15 числа 15% скидки, кое-что надо было мне и кое-что надо было Максимке. Стёпе, коту, я покупаю там корм. Этот корм самый выгодный именно в Магнит Косметик, 209, по-моему, рублей. Минус 15% скидки, и получается очень даже хорошо. Бывает он с лососем и с говядиной, мы чередуем для стерилизованных котов и кошек. В Магнит Косметик я постоянно беру дезодоранты эти, или как освежитель воздуха, да, называется, душистую сирень в этот раз взяла. Мне очень нравится вот эта вот компания. Она недорогая, около 70 рублей, минус еще и скидка. И хорошо работают в ванной комнате. Ну, у нас она совмещенная с туалетом. Ребенок у меня специально шел в Магнит Косметик. Он давно хотел зонт. Взяли мы ему вот такую фирму. Зонт складывается автоматически. Раскрывается тоже автоматически. Всех больше, что его впечатлило, это ручка. Зонт оказался самым дорогим. Только из-за дизайна ручки его взяли. Но довольный. Теперь у ребенка свой мужской зонт. Он счастлив. Зонт стоил где-то 650 рублей. Ну и минус скидка еще. Было выгодно. Заходила я еще в Дикси. Один предмет покажу. Сейчас идет очень хорошая скидка на этот кофе. На этот кофе. У него своя цена 500-600 рублей где-то, а сейчас 199. Это очень хорошая цена. На вкус оно очень приятное, вкусное. И на аромат приятное. 100 грамм в этой банке. В общем, кому интересно, обратите внимание. Вдруг кто-то еще, не только я, любит кофе. Именно вот растворимое такое. Ну и чуть-чуть Фикс Прайса. Давайте я покажу интересное и в конце не очень интересное. Из интересного взяла вот такую расческу. Во-первых, такой позитивчик привлекательный. Во-вторых, есть зеркало. Мне нужна такая расчесочка в сумочку. У меня теперь сумочки маленькие и очень удобно такая. У меня Tangle Teaser есть, но она такая пузатенькая и лучше ее для дома. А это более-менее подходящее. Плюс вот мне нужно было зеркало, чтобы быстренько губы помазать, покрасить или еще что-то такое, глянуться на себя. Ну, классное. 55 рублей. Вот там ценничек есть. Из новинок я увидела вот такую зубную пасту. Это от Splat. Биоактивная зубная паста для детей с 6 до 11 лет. С ароматом Bubble Gum. Такой милейший слоник. Она стоила 99 рублей. Вы знаете, почему-то я доверила больше цене. То есть она меня не удивила, что дорого. Но вот захотелось. В ней 73 грамма. Давайте вот так поближе покажу, что она делает. Ну, раз до 11 лет, значит, получается, она для сменных зубов подходит как бы и для коренных, и для молочных, но при этом не для постоянной чистки, раз только до 11 лет. Внутри в упаковочке идет вот так вот, собери свою коллекцию. То есть это наклеечка. Вот, видите? Вот. И вот наш слоник. Наверняка нет, не зафольгировано, смотрите. Вот так вот она выглядит. Приятный аромат, да. Такой конфетный, баблгамский. Но она не открывалась, потому что упаковку я сейчас сама надрывала. Вот, вот такой, правда, такая защита прикольная, скотч. Но в любом случае ее обратно уже не зафиксировать незаметно. То есть все равно она... Вот такая покупка. И взяла я все-таки тоже вот такой набор. Сейчас девчонки все его показывают. В этом наборе что мне понравилось? Так... набор емкостей для косметических жидкостей. Ну, понятно, что мне очень понравилось, что есть лопаточка и вот такой маленький
как он называется, вороночка, баночка для кремов. И вот эти три баночки, вот хочу обратить внимание на их крышки, они все разные. Один я взяла вот такой с дозатором, один идет с крышкой, которая открывается сверху, и третий завинчивающийся. Все наборы разные, бывает два таких, один такой, бывает вообще там пипка открывается, так щелкаешь, и другой край открывается. То есть надо смотреть, что вас больше интересует. Мне больше понравился этот. Мне он нужен не как дорожный, потому что для дороги мне таких продуктов мало. А мне нужно, когда пустые баночки я снимаю, и бывает средство чуть-чуть не закончилось, начинаешь показывать, ну, чтобы потом добить. И начинаются комментарии, что ты недопользовала, ты выкидываешь там незаконченные продукты. И чтобы людей больше не смущать, не будешь же каждому объяснять, что я допользую. Просто не хочется копить банки. Я буду вот для слабонервных, чтобы не травмировать их психику, переливать в такие бутылочки остаточки и спокойно доиспользовать. А в пустых банках показывать банки и выкидывать. Так, хочу отметить в фикс-прайсе. Это масло Меладора, подсолнечное, рафинированное, натуральный продукт. Беру не первый раз, цена 55 рублей, дешевле я пока не видела. Очень выгодное масло и вкусное, хорошее. Также подсела я сейчас вот на кофе в пакетиках. Самое выгодное в фикс-прайсе, 55, кажется, рублей или 50 рублей, не помню точно. Но в магазине самое дешевое 85 я встречала. Поэтому получается выгодно. Также взяла там кетчуп шашлычный. Моя семья. Вкусный он. Тоже тут обещаю без всяких вредностей. 25 рублей кетчуп. Из нужного понравились мне вот эти от Ауры диски ватные. Их 150 штук. И цена тут не видно. По-моему, 55 рублей. Но я сейчас посмотрю в чеке еще. Полюбившийся моей семье чай с чабрецом и цедрой лимона, 55 рублей, хороший чай. По-быстрому снова покажу паста коллекшн, ну вдруг еще кто-то не сел на нее, не подсадил кого-то. Это хорошие макароны, 25 рублей, очень выгодные и вкусные. Ну и очередной раз я взяла батончики, потому что теперь эти батончики не так я кушаю, как у меня муж. Прямо вот нравится очень. И с удовольствием с чаем он их пьет. Это батончики для тонуса, апельсин для тонуса. И они как мюсли выглядят. Если вдруг кто-то еще их не пробовал, я сейчас покажу. Вот открыла. Вот так они выглядят. И вкусные. Не сильно сладкие. Видно там. Как мюсли. Так, что еще не показала? Все, наверное, показала. Ну и давайте по чеку, если кому-то интересно. Так, ну Магнит Косметик вряд ли интересен. А вот в фикс-прайсе, давайте покажу, вдруг я какие-то там цены перепутала. В этот раз я списывала с карты, наконец-то мне списали какую-то сумму. Так. Да, тут вторая цена, это то, что мне списывали. А ватные диски-то получается 50 рублей, да? Теперь так непонятно вот это все списывание. Ну, в общем, ко всему прибавляйте. Вот то, что там списано, это прибавляйте в цену. Вот у меня получилось на 610, а заплатила я 509, вот получается около 100 рублей. У меня списали с карты. Все. А нет, не все. Кое-что еще. Самое интересное, то у меня ребенок обидится. Еще была вот такая покупка. Это 1 копейка. У нас в магазин один есть. Ну, я не знаю, с антикваром, с антиквариатом. И там в основном это серебро старинное, что-то религиозного характера есть вещи. И много монеток из старинной Руси, из советских времен. И вот самое недорогое там была, это 1 копейка, она стоила 90 рублей.
Это конец 19-го, начало 20 века. У меня ребенок подсел, вот он прям прилипает к этому отделу и вот с огромным удовольствием все время смотрит. Мы сейчас читаем книгу Динку Асеевой, и как раз со времена 1905, 10, ну, в общем, вот эти года, там год за годом идут, ну, вот как бы вот дореволюционное время сейчас читаем. И там мы как бы из прочитанного понимаем, насколько ценны были эти копейки для бедных людей. И Максимка теперь, когда я читаю книгу, он эту копейку зажимает в ладошке и внимательно-внимательно слушает про то, как жили дети его возраста вот 100 лет назад. И вот такая копейка прям для него оказалась очень ценная. Ну, глаз он положил еще там на монетки, будет денежки копить на них. Вообще у него уже собирается коллекция, потому что он и с советских времен монет у меня, ну и были купюры, какие-то денежки у него там из других стран присылались, привозились. И вот его коллекция пополнилась монетками одной копейки, копейкой времена Николая II. Вот, похвасталась, а то он меня просил показать. Еще у Максимки есть новость, ему прислали подписчицы. Причем подписчица ребенок, девочка Кристина, прислала ему посылку, но он выложил ее на своем канале. Если интересно, пройдите, посмотрите, порадуйтесь вместе с ним. Потому что когда один ребенок другому посылает что-то от всего сердца, это настолько приятно. Ну, прям словами не передать. Ну и также мне из Санкт-Петербурга блогер Евгений присылал открытку, но я ее с собой забыла взять. Женя, спасибо тебе огромное, очень было приятно. Его канал называется «Домашняя Вселенная». Ну, правда, очень было приятно. Спасибо огромное всем за внимание. Вот такой у меня влоговый обзор получился. И болталка, и в то же время показ покупок. Наверное, поэтому я назову этот обзор влогом, чтобы не было претензий, что я говорю на потусторонние темы. Спасибо огромное за внимание. Всем до новых встреч и всем пока.